прошлом году на школе появился такой кружок робототехники. Вот, мы собирали таких роботов, программировались. Я захотел, чтобы физику преподавали немножко по-другому, чтобы было более запоминающе. Появилась такая идея объяснять физику с помощью роботов. Я подошел после уроков к преподавателю. Ему идея понравилась, мы начали ее всячески развивать. Сначала мы запрограммировали самого робота без мобильного приложения. Учитель с помощью этого робота наглядным способом объясняет детям уже законы физики. Робот является средством передачи информации детям. Проанализировав учебный год, мы видим то, что есть положительная динамика в впиваемости детей, поэтому это радует на самом деле. Вот я разработал мобильное приложение, еще добавил некоторых тем. Я еще планирую его всячески развивать, делать не только для 7-го и 9-го класса, но и для других классов. Для того, чтобы собрать такого робота, нужно купить коробку одну LEGO Mindstorm Education EV3. Там есть инструкция по сборке и детали. И потом скачать мобильное приложение и уже всячески управлять роботом или программировать его самостоятельно. Проект вообще вызывает заинтересованность у детей. Информация более лучше откладывается в голове, и им более понятны физические законы. Сейчас мы будем собирать робота. Вот наша инструкция, ложим перед собой, собираем. Вот за 15 минут мы собрали по инструкции такого робота, которого уже можно использовать для ваших целей.